Ну, тут пацаны, как всегда, отдыхают. А зачем в кучку-то сбились? Что, как свиньи, да, чтоб теплее было? Ребята, а у вас, похоже, дружок-то зажмурился. Я смотрю, тут всем на это насрать. Эй, кто-нибудь, послушайте, мужики. Короче, все ясно, все на своей волне. Похоже, Петя-то вот-вот на кладбище стартанет. Только вот одно мне непонятно. Вы от чего здесь все загибаетесь? От цирроза печени, что ли? И не мешай пацану играть. Я тебя не для этого оживлял, чтоб ты мешал тут всем. Хотя, похоже, он ему и не мешает. Этот чувак и без гитары играть мастак. Так, ну все, вроде все на своих местах, как обычно. Ну давай, чувак, зажигай по новой. О, посмотрите-ка, какая удача. У нас тут пара зомби застряла. Значит, мы с кем-то из вас сейчас немного поиграем. Ладно, тебя в расход. А вот с тобой мы чутка повеселимся. На-ка, нюхни мою подошву. Чё, не нравится? Тогда иди напиши на меня жалобу в сообщество по правам зомби. Мяска хочешь? Или ты у нас пластиковые трубы предпочитаешь? На, паяй. А это еще что за пафосная поза? А ну-ка быстро встал так, как будто ты на 2 часа на работу опоздал. Ну вот, совсем другое дело. Ты чё на работу опаздываешь, а? Сейчас я тебя наказывать буду. Так, похоже, мозг не задет. Быстрее всего он находится где-то в другом месте. А как насчет вот этого, дружок? Ну, я даже и не знаю, а может это? Ой, упала. Простите меня за мою неловкость. На, жри! Ну все, я пошел на тебя жаловаться. Посмотрим, что здесь. Ну, как обычно, все закрыто. Молиться для чего-то там, не знаю, что здесь написано, но выглядит очень страшно. Так, посмотрим, что здесь, только очень аккуратненько, одним глазком. О, щит. Еще один чертов психопат. Ну ладно, я позже зайду. Ну, например, никогда. Короче, мое любопытство взяло верх, и я все-таки решил заскочить на огонек. Не по собственной воле, конечно, а по острой необходимости. Потому что из двух зол мне пришлось выбрать самое доброе зло. Вы посмотрите на него, это же просто голожопый дурачок с огромным ножом. Он так медленно ходит за мной, что мне начинает казаться, что он вроде как и не хочет вскрыть меня как кильку. Думаю, еще пара десятков кругов, и он ко мне привыкнет. А вот, собственно, и острая необходимость, которая нашла меня по следу экскрементов, которые я разбрасывал как бегемот, унося от нее ноги. Вот, наконец-то, ваша семейка дебилов объединилась. Можете наслаждаться жизнью, а я, короче, на электричку опаздываю. Если хотите меня видеть, напишите мне на сайт пошлинахрен.ру. Кидать болты, чтобы найти аномалии? Ха, да я ж профи, Какой классный фокус с отделением конечностей. Надеюсь, член у меня теперь не вместо носа. Чёртова колымага, опять кондёр сломался. А тут такая жара. Нужно срочно где-то освежиться. Я нашел неплохое местечко, где это можно сделать. О да, мои чётки. Они так вспотели. Ну, здесь главное не увлекаться теребоньканьем своих волосатых чёток в этом фонтанчике. А не то появится другая физиологическая потребность. Ладно, все, поехали. А не то мне кажется, что маленький Майк уже начинает просыпаться. Ну-ка. Я не могу проехать мимо этого. Ну хорошо, пойду полюбуюсь, парой фраз перекинусь. Эй, пташки, а научите меня также порхать. Да, я немного жирноват, но, как говорил мой тренер, было бы желание, будет и успех. А если не научите, я достану большую базуку, и ваши останки будут с собаками по всему району собирать. Ладно, шучу, я ведь не такой. Я гораздо хуже. Какой странный запах. Похоже, ты вступила в собачью какашку. Что такое? Ты что, мне не веришь? Ну так задери свою ласту и понюхай. Ну и правильно, валите отсюда, говнодавы. Странный какой-то этот городишко. Почему от меня все убегают? И выгляжу я вроде так нормально. Ладно, пойду вон этих мужиков отпи***. Здесь вроде все протухло. Тут голяк.
Короче, посмотрим, что там. А здесь киса с голодухи сдохла. Чертовы зомби сожрали весь кошачий корм. Ничтожные твари, я буду мстить! А, вот и наш первый подопытный крыс. Чушкарь-парашник. Это тебе за кису, падла! На еще раз! Как ты мог сожрать кошачий корм? Он же так отвратительно воняет. Что ты тут делал? Почему здесь крови целый толчок? Еще и целая ванна крови. Тут точно зомби живут, а не вампиры. Пусть без башки лучше лежит, на всякий случай, а то вдруг еще восстанет. Тут еще и целый крови умывальник. Да какого хрена? Эти чертовы зомби, пожирая людей, пытались здесь пол, что ли, не загадить? Над ванной всех жрали. Опа, да тут веселье в полном разгаре. Зомбо-диджей отжигает. И, конечно же, мой путь наверняка проходит именно через эту комнату. Не думаю, что они меня пропустят по-хорошему, поэтому придется прибегнуть к радикальным мерам. Мне показалось, или эти зомбари там какой-то медляк танцевали? Эй, слушай, диджей, похоже, от твоей музыки все ребятки-то попадали. Ты вообще слышал, чего я тебе говорю? Ты говно! И музыка твоя говно! Я что-то не понял, а ты почему это на меня так агрессивно не реагируешь? Ты что, реально себя диджеем считаешь? Домой давай вали, обезьяна! Опа, теперь я здесь диджей. Жопу поднял, место потерял. Ты не уходишь, лошара? Ну ладно, тогда ты будешь жестко унижен. Все, теперь твой язык половая тряпка. Давай, приступай. Чего ты там у меня проверить хочешь? На помехи? Ты ж вроде этот, докторишка. Твоя задача в заднем проходе наросты убирать. А в моей системе ты ковыряться не будешь. Я ведь тебе еще на 100% не доверяю. Признайся, ведь ты же крыса. У тебя на лбу это написано. Такая маленькая, отвратительная, вонючая крыса. Что еще за суперсолдат? Нам не нужен никакой суперсолдат. Эй, постой! Что за суперсолдат? Объясни сначала, да погоди ты! Ой, извините, случайно вышло. Какой суперсолдат? Этот так, да? Этот? Давай, где ты там? Черт, придется теперь все самому делать. Так, пару кнопок, рычажок. Подъем, мать твою, подъем! А ну поднимай свою задницу, ты ленивая скотина! Может чего-нибудь здесь нажать? Да короче, пошло оно все. Я сам здесь всех разъебал. Привет, дружище, спасибо за просмотр. Оставляй свои комментарии, подписывайся на канал и ставь лайк, если тебе понравилось видео. Также поделись этим видосом с друзьями, вдруг им тоже зайдет. А это была нарезочка по различным играм, а у микрофона, как всегда, Деду Ген, поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо!